Добрый день. Меня зовут Масло Дмитрий Николаевич. Я возглавляю акушерско-гинекологическую службу клиники «Адонис». Каждая беременная женщина сталкивается с проблемой выбора роддома. Чтобы развеять ваши опасения, мы расскажем немного о своем родильном доме «Адонис». Главное преимущество – это наша профессиональная команда врачей, которые готовы оказать медицинскую помощь при самых нестандартных ситуациях. Большое внимание мы уделяем безопасности пациентов. Для этого у нас есть самое современное медицинское оборудование. Доверие женщины для нас самый главный показатель. В нашем роддоме женщина может рожать у доктора, который наблюдал ее по беременности все 9 месяцев. Мы индивидуально подходим к каждой женщине, и наши пациенты в полном объеме ощущают наше внимание и заботу. Особое внимание мы уделяем восстановлению женщин после родов, для того, чтобы женщины могли ощутить радость материнства. С ними работают постоянно лактологи, которые позволяют правильно наладить процесс грудного вскармливания, а также перинатальные психологи. В палате женщины могут находиться со своими близкими, мужьями, матерями, для того, чтобы ощущать себя в домашних условиях. Приходите рожать к нам в клинику «Адонис». Я гарантирую, что вся наша команда профессионально позаботится о вас.